Здорово. Здорово. Не, не видел. Давно не видел. Ребята, можете помочь? Ты же денег будешь просить, а денег-то, блядь, мы не можем помочь. Мне на первую машину. Да никак, лимит уже. Эх, жалко. Вы сейчас все набежали здесь, с 10-го, с 8-го и тому подобное, блядь. Я 6-го пришел. Вот, видишь, ты 6-го пришел. Я вот сегодня двоим помог. Одному с 10-го помог, другого с 8-го помог нам. Одному на права дал, блядь, другому на машину дал. Больше я не могу. Не, это вообще пиздец. Зри, сейчас они подъедут. Ребят, ребят, стойте. Стой. Нихуя себе вы ебать. Вы можете кататься аккуратно? Можете? Или вас не учили водить? Зачем вы людей сбиваете, алё? Чужими себя поверил, чё? Вы не правы. Вы знаете, что вы не правы? Я прав. Вы не правы и очень сильно не правы. Ну, ребята. Это нарушение, это увольнение с нарушением. А где ДБ было? Объясни. Ну вы меня за ДБ шли, я за это выкинул с машины. Где? Где я на велосипеде стоял, что на велосипеде спустил? Что ты, что я на кочке подскочил? Да как, кто виноват, что вы выкидываете? Ты знаешь мои следующие действия? Может я извинился? Нафига ты меня выкидываешь из тачки? Я что, тебя как-то оскорбляю? Я тебя просто выкину. Подожди, зачем ты меня выкидываешь? Зачем? Чтобы узнать, зачем ты так делаешь? Я тебе также могу сказать, что я тебя просто так тазером пиздан. Но это уже остается нарушением, не смотри. Ну, я со своей жал, гражданской позиции решил тебя выкинуть с машины, так как ты неадекватный. Не вот и поговорили. Так что смотри, такой. Ставь лайки, подписывайся, рекомендуй друзьям. Хорошо. А где мой велосипед? Ой, вот. Привет, Ирина. Блин, откуда вы все такие богатые тут? Да какие мы нахуй богатые, блядь? Пару машин, блядь, нахуй. Да вертолет, блядь, и все. Какое богатство, нахуй? Там что-то взорвалось, смотри. Да хуй на него, нахуй. Здесь взрываются, блядь, через каждые 3 минуты, нахуй, дебилы, нахуй. Гоняет туда-сюда, туда-сюда. О, опять взорвалось. Да, вон, вижу огонь, ну. Ой-ой-ой! А, это читер, читер. Это давай, читер. В ЗЗ зайди, вниз, ЗЗ парков. Зайди. Это читер. Это читер, читер. Ты... Снимаешь? Кирик, живи! Конечно, Кирик, снимаю, конечно. Давай туда вниз, вниз спускай сюда, наоборот. Да ну нахуй, такой пропущу, блять, нахуй. Это самое охуенное вечно. Бабах. Смотри, какая вещь, блядь, прикольная. Да? Взрывы. Смотри. Когда бы мы еще бы такой фейерверк понаблюдали, да? Угу. Ребят, вас тоже снайпнули в полете? Заебись, флайер шоу. Охуенная тема, блядь. Такие ощущения, блядь, прям пиздец. Донбасс. Да, о, Кит, почини мне машину, дядя. А как я починю? Вот ты интересный, блядь. Давай я тебя починю. Ну иди почини. Все, ключи есть. Так, слышишь, чтобы он, блядь, не взорвался.